Ну, спрашиваем по поводу сущности человека и воплощения в животных. Ну, вы знаете, мне, например, не приходилось встречаться с такими явлениями. Вполне может существует. В принципе, в любом случае, человеческая сущность, даже с тяжелой кармой, она может попасть в нижний астрал, но это очень редкий случай, когда она попадет в тело животного. Я, например, по крови не встречал ни разу еще пока еще. Я не говорю, что я все встречал, все знаю, но мне пока не попадались. Поэтому разговор о том, что мы когда-то были травинкой, там, пылинкой, это может относиться тогда, когда наши предки еще были пылинками, травинки, и эволюция не довела до развития человека. А сущность человеческая входит в торжество генетики человеческой. Потому что может быть некоторые ситуации, когда сущность может человеческая подселяться к другому человеку. Или, допустим, ситуация, когда, ну, я, допустим, не знаю, не встречал, но могу предположить, что, возможно, когда, допустим, человек самоубийца, потому что, когда человек убивает себя сам, возникают определенные блокировки, и сущность не может удалиться, она получается между небом и землей, ни туда, ни сюда. И тогда действительно может подсесть к животному, но не в животного плоть, а подсесть. И когда животное будет умирать, выйти вместе с животным, с сущностью животного уже за пределы, то есть независимо между небом и землей. В остальных случаях я, например, не встречал ни разу. Может быть, и есть, не знаю.